Врачи Кишинева массово собираются увольняться. Такая информация появилась накануне в молдавских СМИ. Пишут, что медики Молдовы работают без средств защиты от коронавируса. Результат не заставил себя ждать. Один из врачей Кишиневской РКБ заразился COVID-19. Еще четверо под подозрением. В Страшенах врачи покупают маски за свой счет, а вместо спирта для дезинфекции используют самогон. В Кончештах изолировали 24 медработника. Они контактировали с больной COVID-19.